Всем привет! Фонбет Кубок России набирает обороты и сильнейший продолжает продвигаться по турниру в погоне за мечтой. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Муром на своем поле принимает Владимирская Торпеда. А Максим Чембулатов, главный арбитр, дает свисток и отправляет команды в игру. Ему помогают сегодня Вячеслав Левчук и Роман. Байжан здорово простреливает низом. Отскок надо забивать. 1-0. Нет! Блестящая игра на линии, но эпизод продолжается. И голкипер здесь полетел, забрал мяч. На пути еще и снес Сысуева, но сыграл классно. Ковешников в итоге защищался. Но мы ждем повтор. Там было геройство от центрального защитника. Неплохо. Ильин. Под левую ногу убирает Ильин. Бьет поворотом, но неплохо. Хотя не сильно и не точно. Неплохо по задумке. Пас в центр, удар поворотом. Это не сильно и не сложно. Снова Артем Ковешников исходит. Снова Краснов с мячом. Он штрафной. Прострел на дальнюю штангу. Удар головой, точнее скидка и угловой. Заброс на дальнюю штангу. На грудь технично. И под правую ногу удар поворотом. Первый удар в створ этого матча. Первый удар в створ поворотом Мурома. До этого торпедовцы, насколько я помню. И перевод на левый фланг. Подключение защитника Виктора Чувилова. Чувилов можно пробить поворотом, но это в муромское небо и забор. Пешком развивает атаку Муром, но мяч доходит до Мадельхана. И он уже в штрафной на самом деле. Левин. И сам идет. Посмотрите, защитник включается. Он уже в штрафной. Пас на Сысуева. Тот дальше на Ильина. Ильин бьет. Это положение вне игры. А игрок Мурома здесь принимал участие в эпизоде, хотя мяча и не касался. Сквозь Спартака выступал он и за «Зенит» на молодежном уровне. Сейчас у «Торпеда» момент может быть, и как раз суд... Заброс, штрафной удар, опасно, но в сетку с внешней стороны попадает мяч, и Мадельхан это был. Муром есть пространство в центре поля, пас на Мадельхана. Он может убегать, но здесь чутко его опекают два футболиста. Мадельхан пасует на партнера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же плохо сыграл атакующий футболист Мурома. Никита Голуб в этом эпизоде. Сергей Ильин совсем, кстати, он не заметен во втором тайме. Заброс. Ну, странная попытка пробить через себя и в том. За такое. Еще одна атака. Пас пяткой, здорово. И там офсайд. Там офсайд. Арбитр поднял флаг. И есть проход неплохой. Здорово. Удар поворотом, но надежно играет. Сегодня вратари молодцы. Надежно играет голкипер Мурома Илья Трунин. Вынос и свисток. 0-0 в основное время. Муром, Торпеда, Владимир по нулям. В эти минуты завершается игра против Строгино. Сысуев и готовится бить. Сысуев, удар! Помню, что Дмитрий пробил ровно так же, чуть-чуть левее центра и Владимирского Торпеда. Виктор Чувилов, удар, уверенно. 1-0 в серии в пользу торпедовцев. И как он отбивает удар Зиновича, тоже выгадывает угол и... Александр Булычев, гол! Снова в воротах. Притирочку пробил здесь. И он тащит третий удар! Смотрите, что творит. Ковешников, а даже этот удар. Сейчас надо забить. Нет гола, и здесь нет гола. 2-1 в серии. Ковешников будет играть сейчас, но нет, это гол. Далиев, удар, гол. Поздравляем, Владимирская Торпеда, с выходом в 1/32 финала Кубка России. Муром сам виноват.